Чтобы спастись от дыма и огня, жителю секционки сегодня пришлось выпрыгивать на дерево из окна 4-го этажа. Еще один человек погиб в огне в другом общежитии Правобережья. Оба пожара произошли сегодня. Ночью на Красрабе загорелась комната в 9-этажном общежитии. Кто-то из жильцов эвакуировался самостоятельно, кому-то помогали пожарные. Предварительно в огне погиб виновник, который мог курить и уснуть. На Корнетова полыхала газифицированная кухня в 5-комнатной секционке. Как рассказали очевидцы, новые жильцы всю ночь отмечали заселение, а утром общая кухня загорелась. В момент пожара в здании было много людей, все они выбежали на улицу кто в чем. В результате пострадал мужчина из горящей секции. Самостоятельно найти выход в дыму он не смог и выпрыгнул в окно на ветке дерева. Больше всего люди опасались, что 5-этажка, оборудованная газопроводом, взлетит на воздух. Я вообще ничего не видела, кое-как спустилась, кое-кое-как. И вот потом спустились вниз, стояли напротив. И сначала стекла полетели оттуда, потому что пожар сильный был, а потом огонь начался. Боялись взрыва? Конечно, это самое страшное. Мы не то столько боялись, что тут что-то это еще какая-то, а то, что вот именно газ взорвется. Потому что тут все комнаты, все полностью, весь дом, все на газу.